Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем распаковывать киндер. Еще я купила себе новый пенал. Это не пенал, а косметичку. Я сначала не прочитала. Да, это у меня такой пенальчик, в который я пока положила карандаши. Вот такие вот ручки. И гнущиеся карандаши. И точилку в виде сук. Мне в этом пенале все, ну, знаете, такое вот необычное. Ну, например, в розовом пенале сиреневая ручка, ручки, гнущиеся карандаши и точилка. То есть все новое, кроме точилки. Ну ладно, не будем об этом. У нас есть два киндера. Киндер Джой для мальчиков. Там для девочек киндеров Джой не было. Да. И такой вот киндер-сюрприз с принцессками. Давайте для начала откроем этот киндер. Так. Открываем. Знаете, они нас путают. Ложечка висит, где игрушка. А вот здесь вот у нас вкусняха. Убираем. Знаете, я вот так всегда ем. Вот так вот эту штучку ем. А надо ее есть вот так. А я вот так. Окей, давайте посмотрим игрушку. Мне так не терпится игрушку. Смотри. Вау. Какая-то непонятная штукенция. Я на полу сижу, потому что если я буду сидеть на диване, будет видно только кофту. Ну, даже со штанами немножко. Это у нас, я так понимаю, верхняя часть. Давайте посмотрим вкладыш. Только одна игрушка в коллекции. Итак. И эту штучку вот сюда. Я собрала эту игрушку. Блин, я уже вся убилась. Я эту игрушку собрала. У нее двигается корпус. И руль двигается. Вот такая вот прикольная игрушка нам попалась. Это какой-то водный транспорт. Вот так он выглядит. Здесь еще в коллекции идет другая штучка. Вот такая. Коллекции, значит, две только такие. Вот еще вот такая есть. Мне после резонов зеленые некрасивые ногти. Дальше мы с вами откроем принцессу. Я знаю, что можно сразу их вот так открыть разом. И еще на этот раз. Я не буду на листочке писать победители Сигны. А вот просто прямо скажу. Победитель Сигны — это наша подруга Николета, которая как раз к нам пришла. Открываем. Это у нас не коллекционная игрушка. Я их ротом открою, потому что у меня... Это же русалочка. Я люблю таких русалочек. Это же у нас принцесски. Принцесски, да? А вы знаете, мне-то что-то принцессок каких-то напоминает. Что-то из... Вроде сестра Ариэль, потому что в одном мультике про Ариэль у нее есть сестры. Вот. У Ариэль есть сестренки.
И вот это мне что-то такое напоминает. Сестру мне ее напоминает. Тоже она была с такими зелеными волосами. Короче, да. Могли бы сделать ее коллекционной, но... Это, короче, будем называть это сестрой Ариэль. Потому что же это и русалочка, и у самой... И у самой Ариэль такой же хвостик. Итак, сделаем вывод то, что это сестра Ариэль. Потому что в одном мультике у нее была сестра у Ариэль. Как неудобно. И это хвостик Ариэль. Потому что у Ариэль из этой серии такой же хвостик и такая же волна. Это волна и расческа, и волна просто для хвостика. Вот так. Нет, не так, а как-то по-другому. Что-то я не понимаю. А, вот. Вот так. Наверное. Ну, короче, мы с вами вывод сделали. Я надеюсь, что вы все поняли. Вот она, красивая наша русалочка. У нее такого вот нежно-мятного цвета волосики. Зеленого цвета топик. Тоже такого нежного мятного прозрачного пластика хвостик с блесточками. И просто из синего, немного прозрачного пластика, волна. Итак. Ну, допустим, это сестра Ариэль. Потому что у всех таких русалочек из киндер-сюрприза также хвостик вставляется. Ну да, это сестра Ариэль. Вот. Вот у нее здесь еще такая расчесочка есть. Вот. Мамочки. У нас здесь все водное. Русалочка под водой и водный какой-то транспорт. Теперь... Русалочка может находиться и на волне, и под волной, и ездить. Очень красивая русалочка, но руки у нее не очень. Ну, такая вот очень красивая нам русалочка попалась. И как раз мопед водный какой-то. Не знаю, как это называется, кто знает, пишите. Игрушки получились очень прикольными. Ну вот как-то так она будет ездить на нем. Кстати, эта штукенция реально может по воде плыть. И как раз волна. Вот такие вот прикольные игрушки нам попались.